Спасибо большое. О, ну теперь я замотивирован. Так что добро пожаловать. Добро пожаловать в самый, ну, видимо, пиратский из проходимых. И самый проходимый из пиратских Rogue Legacy 2 с возвращением. И сегодня мы пройдем этого босса. Мы пройдем первого босса без вариантов. Точка, печать, подпись, все дела. Вот, у меня есть секрет. Я придумал секретное оружие, короче, которое я буду сегодня использовать для того, чтобы пройти эту игру полностью, вообще всю. Я буду играть на клавиатуре, потому что, ну, его в баню, этот контроллер. Окей, смотрите. Настройки клавиатуры. Васт влево-вправо, Alt свободный взгляд, нам не нужно. Атака, заклинание, Space прыжок. Главное рывок. Главное рывок поставить на хорошую клавишу. Мне нужен классика рывок влево, окей. На какой кнопке должен быть додж, чтоб я хорошо доджил? Рывок на две кнопки я не буду играть, окей? Мы будем играть вот так. Рывок на правую кнопку я поставлю. А заклинание на Q, да. А талант на... Талант я поставлю. Это спецабилка, да, героя? Что его поставить? Что поставить талант? На F неудобно. Да ни на что неудобно, блин. Ну, пускай будет на E. Пускай будет на Е. Окей. Все. И по идее это должно работать. И теперь мы ждем настройки игры. И двухкнопочный рывок выключим. Все. Есть. Целиться при помощи мыши. Все. Поехали. И теперь я наконец-то смогу нормально играть. У меня, правда, новый класс, как у боксера, я в нем не шарю. Давайте я вспомню, что у нас тут за персонаж. Показатели. Так, боксерские перчатки. Удерживайте атаку для быстрых ударов. Удар набивает комбу. Вверх плюс атака для апперкота. Нокаутирующий удар потребляет комбо. Ага, это у нас нокаутирующий удар Е. То есть я делаю... Как мне отталкиваться? Shift. Типа так, а потом бум. Или так, и апперкот. Понял. Есть. Поехали. Вперед. За победами. На боковой кнопке мышки я что-то не хочу использовать. Может быть, мне надо будет немного привыкнуть к клавиатуре мышки. Но мы это сделаем, окей? На клаве мыши я намного лучше должен играть. Сказал он и пропустил удар. Не-не-не, я должен играть намного лучше. По идее, я привык к Хейдес, я играю на клаву мыши. И ничего, нормально у меня все получается. Эй, а у меня все, правда, светится. Смотри, какие маневры. Сразу, намного лучше. Что а пинок на мыши или кью? Мыши, рыцари-бунтовщики, спасибо вам большое. В Enter the Gungeon у меня был рывок, перекат. У меня был перекат на этом. На правой кнопке мне очень нравилось. Я Enter the Gungeon там проходил на всяких челленджах и все такое. Поэтому я думаю, что если я привыкну, то будет мега круто. Это просто комната дурацкая. Все, смотрите, чат проходится. Классно, да? Спасибо большое, мыши. Как вы говорите, рывок на shift, пинок на мыши или Q? Пинок это вот это вот, да? Да, штука вниз. Но я ее почти не пользуюсь, поэтому не знаю, насколько она мне полезна будет.
Ну что ж, время потестить мою клавиатуру. Не потеряйте здоровье. А как можно здесь не потерять здоровье? Что это за комната такая? Что это за вчёс? Как это проходить? Как нормальные люди должны это проходить? Я не увидел. Окей, понятно, все. Все ясно, мы в ту комнату больше никогда не пойдем. Тут ничего не поможет. Задоджено. Он так хорош. Он все равно так хорош. Е. Е у меня спецобилка. Окей, она ближнебойная. Она намного лучше. С контроллером я бы уже сдох вообще. 100%. С контроллером я бы не прошел эти комнаты. Почему все такое цветное? Это у моего персонажа синестезия. Такая штука, когда ты видишь те вещи, которые не должен видеть. Это нормально, чат. Некоторые люди с этим живут. И ничего, живые. Ну, все, кроме тех, которые не живые. Те, которые не живые, не живут с этим. И эта штука синестезия, она реальная, и она существует. И она... Блин, а что у меня обилка-то не используется? А, обилка вполне используется. И она не только, например, на движение распространяется. Она еще может... Круто. Она еще может, например, можно иногда слышать цвет. Ну, чаще всего видят... Там видят звук, можно видеть звук, например. Или видеть всякое. Видят звук, вот видеть звук. Композитор какой-то из великих видел звук. И поэтому он крутые писал. Не Бах, не Моцарт, кто-то другой. Шуберт? Я не уверен, кто. Но был какой-то композитор, который видел ноты. Кстати, какой-то из русских. Какой-то из русских композиторов, по-моему, не... Из наших. Окей, как это проходить? Сейчас разберемся, окей? Я теперь так хорош. Я просто букву R не нажал, я еще не привык букву R нажимать. Знамя авангарда. Те, кто на передовой, знают, для чего предназначена их жизнь. Я знаю, 45 решимости. И крылья Икара. Берегитесь опасности и ложной самоуверенности. Мы берем ту, которая дороже стоит. Она будет лучше. Рывки вызывают волну, уничтожают средние снаряды, волны перемещаются на 2 единицы. Йоу, рывки имбы. Отлично. Единственное, что еще... Ой, нет. Настройки клавиатуры. Я хочу на F взаимодействовать. F. Все. А это что такое? Испепеляющий рев. Заполучите благословение мудрости, поджарьте под лицо к полагающим пламенем. Ну давай. Испепеляющий рев. А это заклинание, да? Я их вообще пока не использую, заклинания. Ну вот, ну ладно. То есть в предметах же могут быть хилки. Чуть надо все разбивать. Грабить замки. Если я запрыгну наверх. А, и нет, надо запрыгнуть наверх, не получив урона. Мы можем это сделать. С клавиатурой все возможно, чат. Смотрите, как он хорош. На контроллере без шансов. А так всего лишь один раз получил урон. Окей, F. Не R. Мне нужна F. F, кнопка F. Рыков. А это что-то новое, я не читал. О, мои руки не перестают дрожать, моя кожа вся в мурашках, сердце не перестает стук-стук стучать. О, будто я ожил. Ну, кто-то похмелился. Человек, нет крыса, нет крысолюд, приполз ко мне вчера с информацией в обмен на официальное помилование и жалкие безделушки. Он раскрыл мне все, что знал про тайное восстание. Мыши, в ваших рядах предатель?
Никому, конечно, не интересно. Но лично мы за Клаву садимся, когда выпадает лучник или стрелок, а за остальных проходим на геймпаде. Кстати, рывок на разные кнопки, как по нам, полезен для всяких мувов, вроде удара и рывка обратной спиной вперед. Удар и рывок обратно спиной вперед. Спасибо большое, машины, рыцари, бунтовщики. Посмотрим. Я посмотрю, как пойдет. Если что, попробую научиться рывок в разные стороны. Но мне, я такого никогда не играл, и мне очень непривычно. Мне вообще платформеры непривычно. Ну, спасибо. Если что, если будет, снова не сможем пройти, попробуем рывок в разные стороны. В ваших рядах предатель. И не удается уразуметь, как что-то настолько большое проскользнуло мимо наших шпионов, но это не важно. Важно то, что надвигается война, и я единственный из Туарий, кто об этом знает. Надо прочесть документы, все дела. Читать вредно. Читать зло. Кто не читает, шарит. Я не то использовал. Я не тот навык использовал. А R это у меня что теперь? R это у меня рывок. Нет. Мне нужно убрать R с R, R, с R рывок. Строки клавиатуры. Окей, мы этот рывок классика вправо поставим на J, чтобы я его никогда не нажал. R теперь ничего не делает. Q запускает фаербол. Делает, точнее, стену огня. А E это моя суператака. Он так хорош. Смотрите, смотрите, чат. Смотрите, как он хорош. Как он хорош. Где вы такое еще видели? О! Секретка. Будьте добры. F открыть. Настя, привет. Как твои дела? Смотри, что у нас тут делается. Римский Корсаков, композитор с синестезией. Да-да-да-да-да. Я помню историю, что он еще такой удивлялся очень, типа... А, нет, он говорил такой, сыграйте мне желтый, больше желтого, сыграйте мне красный, больше красного и все такое. Я хотел сделать рывок, я не смог. Я хотел не получить урона от шипов, я не смог. Так, F. Он так хорош, но у него половина хп. Если мы сейчас найдем босса, у нас есть хп, чтобы пройти босса. Мы лечимся что-то на 60 перед боссом, по-моему. Когда-нибудь я не буду получать урона от врагов. И это будет прекрасный новый день. Я научусь проходить базовых противников. И это будет мега круто. Кстати, боксер мне нравится. Еще релики. Ножницы Атропы. Критический урон заклинания оружия повышается на 20%. Или испытание Диметры. Ноль решимости. Но те, кто дают сейчас, будут награждены позже. Это ловушка? Проклятая реликвия. Пока не будет очищена, любой полученный урон фатален. Камон. Иди нафиг! Соберите одну единицу пищи зелья, чтобы очистить реликвию и получить 99 максимальное хп и 50 максимальное мане. О мой бог. Игра, пошла ты. Чат, дайте хавки. Нет. Нет. Капец, мы все умрем. Где еды взять? А я вот люблю клава-мышь. Джойстики хороши для слэшеров. Там, где нужно делать быстрые, долгие комбинации за маленький промежуток времени. А ты, я смотрю, хорош. Действительно хорош. Так мислить и получать урон можешь только ты. В этом тебя не Не переплюну. Спасибо, некромант, со стажем тебе за... Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, сейчас пройдем.
минус один. Спасибо за стопиться. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситков, а не примкнешь к ним! А пробный забег был. Спасибо большое, некроман. Мне на контроллере нравится Elden Ring. Там я на контроллере себя как рыба в воде чувствую. Просто все прекрасно. Лучника, может быть, взять? Нет, давайте честно. Валькирию, Глаубер. Окей. У нее есть жарящий выстрел. И она харизматичная. И природа. Давай мне эту валькирию. Я понял, для этого нужны рывки обратной стороной вперед. Я понял, понял, чат. Гильдия темных искусств разблокирует убийц. Нет, не надо мне убийцу, мы его потом еще найдем. Прокачайте мне, я не знаю. Ловкость. Окей, погнали. Так, валькирия, сейчас я... О, валькирия на ходу умеет драться. Какая у нее абилка? Она крутит алебарду. И это у нас фаерболы. Хорош. Поехали. А, я не почитал ее способности. Ну, сейчас прочитаем. Сейчас прочитаем. Пока я не могу попасть по статичным объектам, но... Сейчас будет все нормально. Окей. Показатели. Харизматичность. Скидка 15% золотых при покупках у торговцев. И честность. Честность к самому себе. Вы — это вы. Спасибо. Честность к самому себе. Я — это я. Я — это я, и я у себя этого не стану отнимать. Здесь я согласен. Окей, ну... Один урон в первой комнате. Но только один. Я просто забыл, что... Еда. Было бы неплохо в прошлый раз. Спасибо, игра. Очень смешно. Прямо ржака. Обхохочешься. У этой игры такое чувство юмора. Я балдею. Окей, я читал чат. Это я читал чат. Здесь никакой... Слепо кручусь. Что если я подойду к этому рыцарю и врублю свою обилку? Я получу в лицо. Это вот что будет. Если я подойду к рыцарю и использую свою обилку, это понятное дело. Все это знают. Если подойти к скелету, крутануть свою обилку, тоже получу урон. Это тоже не сработает. Прыгать. Я хотел попрыгать на рыцаре, но... На клавиатуре прыгать не так удобно. Но у нас есть shift, я просто им не пользуюсь. Окей, минус половина хп. Нормально. Грозовая туча. Да получите благословение мудрости. Наносит урон врагам над вами, накладывает уязвимость. Это магия. Ну, мы ее, значит, никогда не используем. Что ж. Кому сейчас легко, да? О, уклонения пошли. Уклонения мастерские. Просто божественные доджи. Сик додж, мэн. Сик додж. Уничтожен. Сейчас я приноровлюсь управление использовать. Окей. Мы можем повысить максимальное здоровье. Мне это вообще, по-моему, ни разу не пригодилось в этой игре. Вообще вот ни разу. Поэтому знаешь что, давай мне хилку.
Давай мне хилку. Я максимальное здоровье буквально не использовал никогда. И не планирую ничего менять в этом плане. Одолейте всех врагов. Парни, легко. Когда я вижу, как ты играешь, у меня всегда ощущение, что себя чувствуешь, как рыба в воде. Делаешь, что хочешь, и плывешь, куда глаза глядят. Правда, вода мутная и нифига не видно, и таранишь головой все препятствия. Но зато как рыба в воде. Да! Как рыба в супе. О мой бог! Рыба в супе себя, наверное, чувствует примерно так же. Она такая, блин, я в супе. Фигово. Слишком много фигни на экране, чат. Слишком много всего на экране. Чё это? Это не для старых людей игра. Руна могущества повышает критический урон оружия. Какие-то кровинки. Я в Elden Ring сегодня прошел с кинжалом этого. Я сегодня в Elden Ring прошел с кинжалом рыцаря. Я создал нового персонажа, взял там пару левелов и прошел рыцаря в начале, который на коне, который бронированный. Я его прошел, блин, с кинжалом. Нормально, буквально немного попыток, там, может, попыток 10. Я его парировал. Как профессионал. Я не знаю, почему эта пиксельная детская игра меня так душнит. Я прошел Малению! Без проблем. Что-то за 30 попыток, что для Малении нормально. Я прошел... Что я там еще прошел? О, бог. Я прошел какого-то там дракона двуглавого в Elden Ring с первой попытки. Чат все такие: о, нифига, его невозможно пройти с первой попытки. Он имба. Я взял и прошел. Но это... Эта вещь меня пугает. Я не могу уклоняться. Они все в меня попадают. И все выстрелы в меня попадают. Я, наверное, ни от одного не уклонился. У меня 10 хп. Умрем, мы так мертвы. Окей, надо обилку использовать, да? Точно, обилка. Обилка — это ответ на все вопросы. На вопрос жизни и смерти и вообще всего. У нее, правда, перезарядка есть. Ну ничего. Доджина. Что ж. Шипы. Знаете что? Сэр Трумен, ассасин. Антиквариат, лепесток лотоса у этого. Правда, какой-то у варвара. Может быть, ассасин имба? Последняя атака в комбо уменьшает время перезарядки X2 и является навокритической. Обскура. Создайте вуаль, защищающую от любого урона, перезаряжается от ударов по врагам, и атака наложит уязвимость и прекратит обскуру. Окей, все. Я нашел свой класс. Ассасин. Ассасин будет нашим мальчиком. Девочкой, леди, кто угодно. О, вот оно. О, да. Как он хорош. Смотри, что делает. Нифига у него криты вылетают. Окей, мы выиграли. Это тот самый победный зверь. Потом уходишь в неуязвимость-то. Просто закликать врагов. Потом так... Потом в неуязвимость. И все, имба. Тупо имба, поехали. Я готов. Ноль сомнений. Поехали, погнали. О, как он хорош. Я уже чувствую, я чувствую вкус победы на зубах. И на зубах.
Теперь хоп, в невидимости. Уничтожен. И все, с каждого падает курочка. И еще ядовитый шар кинуть не в ту сторону. Это хорошая идея. Мне просто нужна... Мне просто нужен был правильный персонаж. Валькирия не мое. Я это понял. Валькирия просто не то. Ассасин. Теперь невидимость. Кинуть в них ядовитую бомбу. Не туда. Как? И теперь найти апгрейд на криты какой-нибудь. И все, и мы в шоколаде. Задоджено. Без урона. Сколько комнат без урона? Как вам такая вечеринка? Восемьдесят три курочки в инкаминг. Окей, я вижу тебя. Хоп, невидимость. Лоу, попалась. Изи, законтрено. Еще одна, еще один килл. Просто Валькирия трэш. Максимальная концентрация. Мы идем за победой. Я даже не смотрю в чат. Засекайте время, за сколько он подохнет. Знаете что? Деньги на бочку. Пройдет ли стример босса? Давайте. Кто не верит, пожалуйста. Ваши коины. Идите ва-банк на сомнения. Чего? Давайте. Все на красное. Верующие, идите ва-банк на победу. Мы это сделаем. Не сомневайтесь, я вам обещаю. Это оно. Окей, там элитка какая-то. Верующие, короче, подождите, я сейчас эту элитку убью. Сейчас верующие, подождите. Стойте, у меня на кулдауне этот. Окей, мы в нее кидаем магию. Магия полетела не в ту сторону. Окей. Мы в нее кидаем магию. Маны нет. Мы ее ударим и отбежим. Потом кинем магию. Нет, нужен 75. И она кидает два раза. Я не в ту сторону бью. Тише. Входим. Не торопиться. Окей. Магия в нее. Прямое попадание яда. И ждем. Это как билд на яд. Как с Годриком. Мы так Годрика прошли. О, верующий, идите ва-банк. Быстрее. Все. Полностью ва-банк. Элитка без урона. Такого никогда еще не было. Инвиз. Ассасин лучший персонаж за всю историю видеоигр. Вообще, в принципе. Мы, может быть, без урона пройдем игру. Окей, игру без урона. Так, спокойно. Окей, яд полетел ко мне под мышку. В смысле. Игру без урона мы, наверное, не пройдем. Но мы точно пройдем. Пройдем босса. Так. Поехали. Здесь вниз. Вниз. Теперь направо. Спокойствие. Обычный скелет, затыкать его мечами. Кинжалами, чем-нибудь. Что это тут такое? План повстанцев коварен. Сначала они нападут на ворота, отвлекающий маневр, чтобы отвлечь стражу. Битва случится на церемонии возвращения. Понял. Церемония — опасное событие. Да. В башне огней я спрятал дверь у дальней стены между пятым и шестым фонарем. Вернусь пока туда. Я запомнил. Я не забуду 100%. В башне огней я спрятал между пятым и шестым фонарем. Окей. Инвиз. Не спешим. Килл. Билд без урона. Билд без урона нарушен. Окей, спокойно. Не надо было использовать магию. Магия зло. Магия ведет к сомнению в своей силе. Все, что тебе нужно, это два клинка. Одолей всех врагов. Легко. Моя специализация, я ассасин. Окей, ходим в инвиз, идем вниз. Большого рыцаря, слабость ему. Отлично.
еще минус рыцарь. Теперь кастеры. Как он доджит? Он бог. Он так хорош. Магия. Инвиз. Инвиз перезаряжается. Инвиз. Он так хорош, чат. Он просто полшебен. Прямое попадание магии. Магия какой-то трэш. А ну хотя оно стакается и потом начинает сильно дамажить, понял. Убрать шипы на будущее, подойти к рыцарю. Нет, мы доджим. Хорошо. Без урона, мы делаем это. Еще магию, не жадничать. Магия направляется как-то странно. Так, здесь главная проблема шипы. Шипы убраны. Есть. Окей, убрать все шипы на всякий случай. Я вроде сюда идти не собираюсь, но мало ли чего. Сундук. Сундук, а в нем 10 кошек. Руна фокальности. Рассеянная рефракция повышает магический крит шанс. Фигня полная. Окей, нам наверх не нужно, даже не иди туда. Там закрытый проход, это в академию. Окей, направо. А, длинная комната, может обойти ее? Нет, зачем? Он что-то подойдет ближе. Ты подойдешь ближе? Да ё-моё, ну что с этой магией-то? Инвиз. Я не был уверен в себе. Как ты жив? Я не знаю, как он жив. Okay. Магия спрятаться за стол. Есть. Ноль риска. Это был немножко риск. Я здесь пойду наверх сначала, потом направо. Плохая комната. Отличная комната. Просто божественно хорошая комната. Убегай от них, пока они не остановятся, а потом атака. Идеально. За каждого противника пополняем один здоровье. Я видел, что надо делать. Нужно задоджить первую атаку, подойти, снести одного. Выйти из комнаты, зайти в комнату. Задоджить первую атаку. Снести второго. Вторую атаку, третьего. Не остановиться на шипы. Четвертого. Бум. Полные штаны лута. Без урона. Дальше направо. Не вниз. Внизу будет какая-то еще душная большая душная большая комната, где меня убьют. Но не сегодня, сатана. Не сегодня. Это что такое? Релики. Награда Ферона. 25 решимости. У каждого яда есть свое применение. У одних больше, у других меньше. Ядовитые атаки? Или точильный камень? Ржейные навыкриты накладывают разрыв магии. Окей, я не знаю, что такое оружейные навыкриты, поэтому я возьму ядовитую атаку. При открытии сундуков восстанавливается здоровье 100% от интеллекта. Хилки! У нас есть хилки. У нас есть встроенные хилки от сундуков 100% от интеллекта. Класс. Правда, это не я доказался. У меня полное здоровье. 19 хила с каждого сундука. Это очень много. Мы делаем это. Нет. Да. Отбрось страх. Отбрось сомнения. Иди вперед. Страх — это маленькая смерть. Страх мешает телу. Страх ведет к ненависти. Страх ведет к боли. Боль ведет к ненависти. И на ненависть ведет к темной стороне. Я увижу свой страх. Я приму его и пропущу сквозь себя. Я смогу его победить.
О, да. О, мы делаем это. Тогда есть смысл с полным ХП сундуки оставлять на будущее. Мыши рыцари бунтовщики. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за донат. Но это страх. Говорит страх, мы его не принимаем. Страх ведет к боли, боль ведет к ненависти. Ненависть идет к темной стороне. Чем я съел еду, непонятно. Страх — это маленькая смерть. Никакого страха, только уверенность, только победа. О-о-о. Каждый сундук вселяет уверенность. Сердце наполняется уверенностью. А, я кликнул мимо окна. Окей, окей, окей. Настройки игры. Настройки графики. Копить курсор в окне включено. Я сделал рывок в шипы. Окей, мы идем за победой, чат. Это элитка. Мы можем ее завалить. Он так хорош. Только уверенность, только победа. Никакого страха. Так, а это чё? Окей, мы это читали. А это чё? А чё на фиолетовом светится? Я не знаю, пошли вниз. Задоджить, подойти, килл. Доджить, подойти, килл. Сундук слева. Мы можем без урона пройти его. Мне не нравятся эти духи, которые за мной летают. Мне очень не нравятся духи, которые за мной летают. Там элитка, блин. Я использую страх. Я пойду найду босса. О, босс найден. Окей, окей. Босса два сундука, у нас не полное здоровье. Я посмотрю, может здесь еда на шару где-то лежит. Еды на шару не замечено, но мы можем найти еще еды. Я не знаю, стоит ли. Но эта комната не выглядит сложной. Нет? Идем на босса, да? Окей, чат. Сейчас мы его сделаем. У нас есть магия. У нас есть ульта. Мы его завалим. Погнали. Одна попытка. Один день. Одна победа. Никакого страха. Давай. Эстуарий Ламех. Ладно. Окей, ульту. Ну вот так много хп.
Да что у меня не в ту сторону все время летит? Блин. Окей, первая фаза пройдена. Он стреляет самонаводящиеся выстрелы. Просто не получать урона. Почему этот чувак сложнее, чем моление клинок Микелы? Почему моление легче, чем этот чувак? Транжерство ведет к бедности. Бедность ведет к отсутствию возможностей. Отсутствие возможности ведет к безнадежности и отчаянию. Отчаяние ведет к темной стороне. Жены, рыцари, бунтовщики. Спасибо вам за донат. Айна, дайте мне этого сэра Джеймса. Лучника. Моление в 3D, а этот в 2D. Такое впечатление, что в 3D намного легче играть. Что за фигня? Богадельня. Золото, отданное Харону, считается щедрым пожертвованием. Когда вы отдаете Харону золото, вы получаете бонусы к характеристикам. Сложнее Маргита? Да! Самый сложный босс в истории видеоигр. Окей, что у меня за лучник? Антиквариат, обелиск. Ваши навы криты получают дополнительный 20% шанс стать навы критами. Ну что ж. Будем сейчас стрелять. Подожди. Есть какие-то тут предметы получше? Шлем. Сколько у меня сейчас решимость? Тяжелый плюс 75 решимости. 151, 171. Короче, по-моему, лучше кожаный сет одеть. Плащ, может быть. Медальона у меня никаких нет. У тебя, может, что-то есть для меня? Руна могущества повышает крит урон оружия. Давай ее приобретем. Ага, у меня денег нет. Ну что ж. Поговори с манекеном. С этим. Я обожаю следопытов. Луки — одни из моих любимых видов оружия. Луки созданы испускать большую силу. Но вот если выстрелишь в воздухе, ожидаешь, что тебя прилично откинет. Это означает, что если ты выстрелишь в воздухе, ты технически сможешь в нем держаться. Нет причин не верить мне. Это не соответствует законам физики. Окей. Все, мы идем на победу, чат. Я помню, помните, я в прошлый раз сказал, что мы идем на победу, и мы не выиграли. Мы идем на победу, и мы сейчас выиграем. Я умею делать критические удары из лука. Лук — мое второе имя. Еще чеснок иногда меня называют. Особо близкие люди. Лучникам не нужно думать. Лучникам нужно просто стрелять, и это хорошо. Окей. Теперь я возьму нам максимальное здоровье. 350 максимального здоровья. Это очень хорошо. Теперь пару куриных ножек, выхилиться на фул, и мы так в порядке будем. Что тут надо? Головоломка, лимит времени 10. А, ну да, тут стену надо было открыть магией. Ну что ж, наверное, мы ее провалим, головоломку, лимитом времени 10. Окей, вы просто противники, обычные противники. Вы ничего не сможете мне сделать.
Можно было бы еще поговорить, у манекена есть каждому классу 3-4 совета комментария. Кому нужны советы, если можно просто побеждать? Если ты просто, если я просто перестану получать урон, я выиграю. Единственный совет, который нужен, это уклоняйся от атак босса. Все. Окей. Здесь я не могу взять максимальное здоровье. Здесь мы возьмем хилку. Вот, это правильное решение. Теперь сейчас сразу найдем босса. Окей. Оказывается, с луком намного легче, а? Без онова. Кто бы мог подумать, что дальнобойное оружие решает, а? По-моему, это даже лучше, чем ассасин. Это оно, чат. Я думаю, теперь можно идти ва-банк. Хотя я не уверен. Но из плюсов я уже хорошо прохожу комнаты. Я думаю, мы точно дойдем до босса. И это уже прогресс, да? Потому что для того, чтобы научиться драться с боссом, первое, что нужно делать, это драться с боссом. Если ты с боссом не дерешься, тебе сложнее научиться с ним драться. Окей. Смотрись, когда натягиваешь тетиву, микровсплеск, если отпустить, будет крит. Да, я понял. Как в Хейдесе. В Хейдесе на луках также. Вот у меня, я показывал, как не надо делать. Это тоже я показывал, как не надо делать. Свиток. Ученое оружие. Что это было? Окей. Все хорошо? Все плохо. Все ужасно. Это катастрофа. Что, блин, происходит? Кто это придумал? О, мой бог. Настойка гнева. Или железные ботинки. Дайте мне настойку гнева. Я зол. После получения урона наносите на 100% больше урона, пока вы не уязвимы. Но это не актуально, я урон не получаю. Плохой релик. А, билка лучника. Можно делать платформы? Имба? Я могу создавать свой мир. Может быть, сам хозяином своего счастья. Своей платформы. Мы пройдем это. Мы не сдадимся здесь. Critical hit. Это была плохая комната. Это была плохая комната. Кто придумал Cellar Door Games? Вот кто. Мне нужны имена. Я хочу знать, кто мой враг лично. Фелики. О мой бог. Мы все умрем. Мы все умрем. Используй билку. Нет, используй луч. А бессмертно? Я не могу убить ее? Как? Загрузка. Высохшее озеро Фессон. Не-не-не-не-не-не. Никаких высохших Фессонов. Ни при каких обстоятельствах. Налево. Налево и вниз.
кто это придумал, блин. Да что за ересь? Для каких? О мой бог, обратно тем же путем. Эта игра создана для обычных людей или для богов? Ой, элитка. Мы не умрем на ней. 6 здоровья. На 5 больше, чем нужно для победы. Близнецы, жало скелеты. Минус 110 решимости. Кому она нужна? Кому нужна решимость? Ваше оружие накладывает заряды яда 2 штуки. Это было бы неплохо на ассасине в прошлый раз. Как раз то, что я просил. На луке медленно стреляющим яд, наверное, будет не так хорош. Окей, чат. Мне срочно нужна информация. Когда я говорю срочно, то я серьезен. Как здесь выхилиться на фул? Я нашел босса. Тут 26 максимального здоровья? У меня 8. Какая мне разница, сколько у меня максимального, если у меня сейчас 8? Не потеряйте здоровье. Нет, спасибо. Босс хилит, окей. Искать яблоки. Здесь нет яблока, здесь есть смерть. Что ж, можно просто не получать урона. 26 здоровья полечили. Что ж. Окей, сейчас зайдем и сразу ульту его. Сразу ульту. Нет, не надо сразу ульту. Нужно подождать, какую он атаку будет делать. Сразу ульту. Хорош, ульта на 20 урона. Не получаем урона и стреляем. Мне не нужно криты ему делать. Мне нужно обычные выстрелы делать как можно больше, потому что яд. Яд его убьет. У нас есть 9 минут. Мы сейчас его пройдем, чат. Окей. Это та самая попытка. Это та попытка, когда мы его проходим. Окей? Начать прогноз. Пройдет ли стример босса? Мы сейчас выигрываем. Окей? Мы берем... Не Валькирию. Мы берем сэра Брайана Кулинара, у которого сверхмедвежья болезнь. Чтобы это не нужно было. Не значило. Окей. А мы прокачиваем сауну, которая увеличивает силу, повышая урон оружия. Фигачим его сковородкой. Что у меня за обилка? Ваш талант замедлен на чумовой пердеж. Острая шаурма каждый день. Ну что ж. Будем пердеть, видимо. Короче, это победа для вас. Мы сделаем это, окей? Я знаю, что я делаю. Повар так силен.
Огненная сковородка с поджиганием. Да мне даже не нужен никакой яд, мы уже поджигаем. А если здесь мне предложат яд, я не откажусь. Окей, хорошо, сюда. Так, так, так. Хоп-хоп-хоп, уклонение прямо скелету в морду. Апгрейды. Солнце Аматресу. Сила бушует, обжигая тех, кто ею владеет. Или хилка от сундуков. Хилка нужна, если ты боишься. Если страх присутствует в тебе, бери хилку от сундуков. Мы берем солнце Аматресу. Ваше оружие накладывает или продлевает горение на 2 секунды. Подожди, это бесполезно буквально? Типа потому что у меня оружие уже поджигает или нет? Или это хорошо? Я не знаю. Воротка отбивает мелкие снаряды. Хорошая информация, спасибо. Спасибо. Это не оружие поджигает, это у тебя пассивка повара. Пассивка повара, окей. Давайте почитаем ее. Оружие накладывает горение. Ну то есть поджигает оружие, которое бафает пассивка повара. Наверное, билка ничего не делает. Булочка. Мяско. 2 мяска. Не потеряйте здоровье. Знаете что? Я не потеряю здоровье. А в чем загадка? Он так хорош! У вас появилась потребность. Потребность скорости. Увеличивает скорость передвижения руна. Но это не сейчас, потом. Эй, у тебя накладываю горение. Подожди, я могу пукать. Я могу пукать через стены. Головоломка. Эй. Головоломка. Вниз упасть, наверное, не получится, да? Провалил головоломку, выпрыгнув из комнаты, что ж. Если пукать через стены, это все меняет. Нифига мощный пук. Подходишь, пукаешь, проблема решена. А мама говорила, что я ничего в жизни не добьюсь. А я умею пукать через стены. Суперспособность вообще топ, да. Подходишь, такой пук. Все. Испугался. Я не боюсь больше. Подходим, пук. Пук победы. Нормально. Босс, скажите мне, что это босс. Нет, это высохшее озеро Фисон. Никаких фисонов. Окей, нам нужно вниз. Никаких фисонов, строго на юг. Не вижу противников. Ложись! Поставил на тебя. Варлок, тащи. Задоначу 5000. Если босса грохнешь. Повар имба раскачанный. Пук решает равно. Анончик, спасибо тебе большое.
Спасибо тебе огромное, чувак, за донат в 1000 сердечком. Спасибо тебе огромное за твою поддержку. Вообще просто мега, мега щедро с твоей стороны. Большое. Спасибо большое тебе за поддержку. И уже ты так много, много задонатил. Не надо ничего донатить, я босса пройду. Я просто так пройду. Победа для тебя, но не надо. Спасибо тебе большое. Я и так пройду босса, потому что я его не боюсь. Спасибо тебе огромное. Просто невероятная поддержка. Чат, будьте добры. Хайп. Будьте добры, хайп. Мы сейчас затащим. Мы запукаем этого босса. Окей? Я просто подойду и буду пукать на него, пока не выиграю. Окей, спокойно, спокойно, все хорошо. Главное не паниковать. Что я делаю не так, что я паникую при получении урона. А нужно не паниковать. Нужно просто брать. Уп, курочка. Нужно брать и тащить, и все. Окей. Так, куда идти? Плохая комната. Но мы ее пройдем. Мы пройдем ее, чат. А, там булочка исчезла. Мяско исчезло. Ну пофиг. Зато мы не получаем урона. А подожди, сковородка отбивает снаряды. Вот что чат пишет уже 40 минут. Сковородка отбивает снаряды. Ну все. Сейчас мы затащим. Сейчас будет победа, чат. Про солнце еще почитай. Во! А чего с солнцем? Чат, чего с солнцем? Мы туда не пойдем. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Окей, вниз. И я здесь направо. А был урон, который нам не нужно было получать. Так, что там внизу интересно? Что может быть еще внизу в игре Rogue Legacy 2? Ну, я думаю, что шипы. Я думаю, в любом случае, если в Rogue Legacy 2 тебе нужно задавать себе вопрос, что там внизу, то там шипы. Там внизу шипы. Знай это. Окей, мы в порядке. Мы в порядке. Пукнуть. Ударить сковородкой. Отлично. Каждый противник это плюс 1 хп. Еще 6 противников, у нас будет полное здоровье. И они горят. Очень хорошо горят. Один рыцарь, не проблема. Ударить, пукнуть. Это не пук, это какой-то было. Что-то было. Сундук. Мы можем взять этот сундук. Окей, шипы просто уничтожить, сжечь. Разрушить, не проблема. Еще сундук. Хорошо.
Где босс? Наверх или вниз? Боссы обычно внизу. Нет, боссы обычно наверху. Боссы обычно там, где хотят быть. Перчатки. Мифическое оружие. Вылетают взрывные снаряды. После задержки они будут навыкритические. Вам взрывы тоже наносят урон. Это заменит мою сковородку, да? Но это легендарное оружие. Чат, стоит ли это брать? Или оно меня убьет? Там просто написано, вам взрывы тоже наносят урон. Нет? Окей, говорят, чат говорит не брать. Окей, хорошо, хорошо, мы верим. Там босса нет. Я с ними играл один раз, и я умер. Я убил себя. Поэтому, наверное, мы не будем брать это. Босс найден. Полное ХП. Отлично. Чат, вы готовы? Или взять перчатки? Блин, на босса. На босса, может, лучше перчатки? Типа его впритык все равно не надо бить. Поджигать мы будем. Эй, чат говорит, сковородка им. Поехали, я верю вам. Отбивает снаряды. Мы сделаем это. 3, 2, 1. Только победа, только хардкор. Погнали. И поправить. Я забыл. Отбивает снаряды. Отбивай в него снаряды. Эй, снаряды не отбились. Будем на него пукать. Я придумал тактику. Подходить, бить, а потом пукать. Все. Я попробовал отбить снаряды. Снаряды отбились. Я забыл, что он зажигалку делает еще. Я не буду отбивать снаряды, потому что я не могу попасть. Эта атака не проблема. Эта атака не проблема. Эта атака, как ни странно, тоже уже не проблема. Вот эта атака немножко проблема. Это атака. Кстати, так-то все атаки не проблема. Если не торопиться, да? Окей, вторая фаза пошла, у нас половина здоровья. Самонаводящиеся выстрелы. Самонаводящиеся, блин, выстрелы. Окей, просто без урона. Без урона. Удар, отошли. Удар, отошли. Зажигалки делает. Подходим, бьем. Он так проходим был. Он так был проходим. Он сложнее, чем моление с World of Mikela. Я гарантирую. Чат, я руина. Я полная руина. Не надо было пукать. И не надо было пытаться отбивать снаряды. У сковородки такая большая задержка. Отбивать снаряды было плохой идеей. Надо было просто уклоняться и бить. В главное меню.
Все, ничего, мы вернемся, чат, мы вернемся, и мы затащим в следующий раз. Нейт, ты не смог. Ничего, в другой раз получится равно. Анончик, спасибо тебе огромное, чувак. Спасибо тебе большое за еще один донат. Спасибо тебе большое за тысячу, чувак. Ты просто легенда. Просто легенда. Невероятная, просто невероятная поддержка, чувак. Спасибо тебе большое. В следующий раз, окей? Rogue Legacy официально переносится на третий слот стрима. Мы ее, блин, пройдем. Ну, как минимум, первого босса.